Состязания по кёрлингу среди полицейских команд прошли впервые, пока в них приняли участие только команды подразделений сочинской полиции, уголовного розыска, отдела по борьбе с экономическими преступлениями, сотрудники кадровых подразделений. Среди болельщиков – коллеги и семьи. По мнению организаторов, такие соревнования – необходимая часть воспитательной работы. Ведь кёрлинг – игра, которая культивирует командный дух, учит взаимовыручки, тем качествам, которые необходимы на службе. Организаторы соревнования надеются, что такие турниры на олимпийских площадках станут традиционными, и к ним присоединятся команды из других районов Кубани.